Сочи летом – это в первую очередь отдых у моря, поэтому наиболее актуальным вопросом является подготовка и благоустройство пляжных территорий города. Основное – это, конечно, на пляже должны присутствовать все первичные средства обеспечения безопасности на воде. Это спасательные стойки, круги, сами спасатели, спасательные вышки. Но, естественно, мы уделяем большое внимание единому облику пляжных территорий города Сочи. Деревянные дорожки, душевые кабины, раздевалки, зонты – все эти непременные атрибуты комфортного пляжного отдыха должны быть в единой цветовой гамме. За счет отдыхающих летом увеличивается нагрузка на работу жилищно-коммунальной сферы. Сейчас на курорте идет переход на новую систему регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Но, как отметили представители департамента городского хозяйства, до конца года изменения введены не будут. Помимо этого, на встрече обсудили вопрос об ограничении использования личного транспорта в летний курортный сезон. Так было принято решение выделить перехватывающие парковки для автомобилей иногородних граждан. Ограничить движение общественного личного транспорта внутри Сочи всем приезжим. Не путем запрета. Очень важно, чтобы сменить правильно. Никому не запрещать. Но рекомендуем. Приехал, поставил на парковку и пользуйся общественным транспортом. Это очень важно. Это будет проще для туристов и для местных жителей. Не оставили без внимания городской карнавал. В этом году темой для него стал театр. Каждая колонна будет представлять свой жанр театрального искусства. От цирка до зимнего театра по курортному проспекту. Помимо этого изменится и маршрут движения участников. Также общественный совет обсудил использование питьевых минеральных вод сочинских месторождений. Было принято решение оборудовать городские здравницы бюветами с сочинской минеральной водой. Подготовка к летнему курортному сезону находится в завершающей стадии. В этом году Сочи рассчитывает принять 4 миллиона гостей летом. Елена Овсицына, телекомпания ФКТ.